Курс дружнее. Курс, спасибо за твою энергетику, ты лучший. Куда собрался дальше? Куда собрался, куда собрался? Так, Глеб, здравствуйте. Практикуете ли вы все еще осознанное сновидение? Каждый раз, вау, каждый раз на каждом концерте спрашивают, задают вопрос. Мы отвечаем. Осознанное сновидение практикуешь? Я их не практикую, они сами ко мне приходят. Это для вас вид развлечения или измененная реальность? Или поиск чего-то в измененной реальности? Это не поиск чего-то, это друг, и я действительно я пробился через какую-то грань, и я, к сожалению, сейчас это недалеко не развлечение. Когда во сне ты понимаешь, что вот ты вот сейчас умрёшь, да вам не понятно, говорите, давайте лучше песню петь.